бегает пока вроде один. Понял. Хоп, выбегаю, по нему арбалетчик лупит. Вижу его. Перерезаю. Попал. Кто на него напал? Не знаю, идем. Понял. Помогать. Попал. Иду. Двое. Попали в меня. Минус. Нет, не минус. С копьем иду, на меня иду, нападает. Иду. Кинул. Мансуй. Блядь, да что такое, он живущий-то? Я лекаюсь, но я на одну тычку. Сзади дома? Мансуй, да. Иду. Жесть. Так, перезаряжаюсь. Меч достаю. Минус один. Добил. Хорош. Где второй? Второй не знаю. Это я. Вот он меня стреляет у пристройки. Пристройка солома. Понял, иду. Быстрее. У меня хп ноль. Я у пристройки, напал. Где он? Медведь на меня напал. Вижу. Иду домой. Так, я в дом захожу. Зашел. Все нормально. А кто убегает? Меня Мишка ебет. Открой дверь. Че за жесть? Лекаюсь. Блять, у меня дехидрация. У меня вообще, я умираю просто. Есть у кого камень еще? Я по врагу. Несите камень домой, я буду расширять дом. Ну, сейчас, подожди. Нападаю. Лутаю. Кто здесь? Никого, да? А, это ты, наверное, Дзян, напала на него. Он перед тобой бежит, Дзян. Че он такой живучий-то? Блядь, что за херня? В меня что-то попало. Минус, этот ублюдок. Под тобой, под фундаментом был, прикинь. Все, захожу в дом. Нихера, я успел зайти. Все, ребят, ночь, надо холодить. Ура, камень есть у кого? Сбил его? Блять, по мне попали с дома. Да. Все, заходи домой, пока. Зашел. Ждем. Я пока два фундамента улучшил. Камень. И сейчас у меня еще принесу. Нормальное дерево. Что тебе осталось сделать здесь? Двери. И кодовые замки еще. А зачем ты здесь двери какие-то установил? Вот это что? Ну потому что нам не хватит все загрейдить, Бонни. А, хотя хватит. Окей, грейжу. А подъем наверх будем делать? Да пока закрывай все, закрывай. Потолки все закрывай. Выбьем, если так что. Так я, может, попроще сделаю, Бонни. Здесь двери поставлю, да и все. Где? Вот здесь прям двери поставлю. Так и что и пока это там тебе не даешь? Будем что это за помещение? Я не понимаю. Что это за перемет? Ну, под печки сделаем. Сюда ставь дверь, вот сюда, и потолок. Сейчас двери пока не... Они откуда? Не оттуда, они идут с дома, вот, который с решетками на окнах, из леса. Угу. То есть они сзади дома появятся у нас? А, да. Это двое я. Голых с арбалетом. Чё, у тебя дверь не скрафтилась? Слева от дома они. У кого? У тебя, ты же стоял на крафте. На каком крафте я стоял? Вон они там. Ага. Так, кодовый готов. 30 секунд. Держите. Пипас. Это они, да? Угу. 20 секунд осталось. Попал хедшот минус. Все, хорош. Еще один. Попал, минус. Молодец, не минус. Это... Нет, да не ладно. Минус, добивай. Я да попал ладно, в него с арбалета. Да ладно, это они с этого дома. Что за херня? Понял. И что они тогда с того дома? Все, секунда. Да это какая-то у них запаска. Крыша. Обоссанная. Блять, долго перезаряжается. Поставил дверь. Молодец. Иду искать. Этого облутало, которого я убил? Я никого не лутаю. Лутаю. Пипасные патроны. Кирка хорошая. Так, все, захожу в дом. Все, крафчу печки. 4 штуки крафчу. Давай. Нормально. Вот смотри, делаю вот так вот. Угу. Только перевернул бы дверной проем-то, если они ворвутся сюда, они разобьют топорами. Окей. Поднимите. Угу. Так, дай-ка я. Все. Ах ты, сука, ушел. Ладно. Сейчас сдохну. Ну, где он? К воде. К воде? Ты еще живешь? Один с хп. Вот теперь не живу. На крики иди. Хедшот минус. Их двое.
Поднимаю тебя. Поднял. Беги. Да, они все залутали, смысл. Нет, он тебя лутал, который вот он мертвый лежит. Попал. Попал в него с арбалета. Попал. Минус. Кого ебать? Минус два. Все. Отлично. Лутаю. Стрелы, луки, арбалет, все. Все нормально. По домам кто? Не знаю. Мэтт, все? У тебя все твое про тебя? Вроде бы. Угу, все. Отношу домой много стрел. У дома кто-то. Понял. Выхожу. Давай. Минус. Ах, сука, в меня попал. Они его с этого, с дома выходят. Да-да-да-да-да. Дом открыт, дом открыт. Блять. Блять, ну ты не видел, что ли? Да не, я же смотрю по сторонам. А это что, слева, который был? Голый? А хуй пойми, куда ты убежал. Ладно, я стрелы заношу. Попал, сбил. Молодец. Бля, там подсадиться можно, вот отсюда, вот. Ща, подожди. Добей его, Мэдаш. Второй не лезет, получается. Поднимать, поднял. Вот так сверху хуярить. Где ты что говорил? Подсадиться. Вот здесь можно подсадиться. Через двойной подсад. Вот здесь вот. Да не получится, скользит все. Я не знаю почему, но скользит, понимаешь? Да просто надо в стену бежать всем. И все будет заебись. О, тут две свиньи. Лутай. Еще вторую убил возле нашего дома. Да у них там халупа какая-то, они тупо туда забегают ради того, чтобы пострелять в наши двери там и так далее. Ну там работают печки. А, ну в этой железной херне-то, да. Ладно, все, я лутаться пошел. Так, ну что, погнали до дома. У меня уже 4000. Я думаю, так помаленьку, потихонечку будем носить. Да давайте что... еще деревья добьем, вот, 3 штуки. Ну, просто пойми, если сейчас мы им сольем, то, блин, все на смарку. Давай, ну, да, пойдем, убьем их и все. Погнали. Ну все, они там сидят под дверьми. Да им правильно, я тебе говорю, им выгодно там сидеть сейчас под дверьми. Я говорю, один из них с пипасом. Диан, жди. Мы как будем подходить, скажем тебе. Зажмем. Меня подождите чуть-чуть. Ну, мы у моста встретимся. Блять. Промазал? Да нет, на меня волк напал. Так, Диана, мы на подходе. Против шприц. Нет. Нету никого. Нету? Никого около дома, нету. Ну, значит, они посидели и свалили. Но перед входом точно никого нету. В черном кто выбежал? Я. Диана. Все нормально, заходим. Другие, знаешь, вот там пробегают. Вот здесь чего? Вот надо сделать окно. Вот здесь вот окно. Вот. И дверь еще одну. И здесь я сейчас установлю полки с лутом. Или даже вот я одну полку поставлю, вот где печки у нас стоят. Чтобы там руду складывать, железо хотя бы. Понял. Во. И другую здесь поставлю. Блять, хороший топорик не трогать, да, лучше? А, сейчас изучим. У меня металл жарится в 3 печках. Ну и чё, ты проверил, она простреливается? Не знаю, давай я пройду, а ты стрельнешь мне. Простреливается. Вон, у тебя сзади стрела. Вот стой так. Да. Ебать ты мне сейчас, только давай в ногу, о, все ну, нормально. Блядь, кого я нормально? Верю тебе. Нет, ну дай я попаду, я тебе попаду, блядь. Дай я попаду. Твои, давай, пожалуйста. Имей яйца, блядь. Кот там спрятался, блядь. Ага, посмотри, я тебе прям в ванну сцелился и попал в эту решетку. Нахер ты стринги одел металлические? Нет, и куда я попал? Я не понимаю. Ты не пройдешь. Застревает, смотри. Ой, блядь! Но она реально застревает. Она в бок. В жопе у меня застряла, блядь. В коленке, забей. Стрела в колени, как в Скайриме, короче, хромать будешь всю жизнь теперь. Да забирай давай. Сука. Смотри, она за мной теребонится. Тихо ты, все, достал. Блять. Так, ну что, пойдем? Пойдем. За камнем? Пойдем. Мэтт, ты пока здесь наводи порядки, да?
А мне полминуты дайте, я смотрю. На крыше двое, Бонни. Ага. Попал. Ага. Хэдшот, блядь. Нормально. Чё они вот, сука, сидят? А, не, на крафте они пойдут. Ой, мне плохо. Давай, их отвлекаю пока. Стреляй по ним. Не вижу. Так нам за дом идти. Давай, пойдем. Пошли. Пошли на шарик еще заглянем. Ой, около дома кто-то сидит. Куда ты попал. Нахуй? Попал, попал у него. Он течет. Крови. Хэдшот минус. Все, пошли. Джингу было съебаный в рот. Жмем. Иду, иду. Вот, подождем, пока переплывут. В воде их гондонить. Они обходят как-то. Подожди, не пались, не пались. Справа. Ходят куда-то, суки. Да сильно не полетите. Пещерники? Вижу их. Переплывает, Бонни, к тебе идут. Он спалил. Хуило, сука. Переплывают сюда. Где? Вот, вот, вот. Хэдшот, нахуй. Не попал, я не вижу, как вы там что-то видите? Я вижу, вижу, у меня. Второй плывет. Вот он. Попал. Перезарядка. Минус один. Дробаш достал. Хэдшот, блядь. Попал в него. Вон тоже, поднимаю. Подними, подними. Поднял, ага. Поднял. Лежит, всё. Орёт. Лекуюсь. Где мой припас? Просиденка. Вот валяется. Все, взял. Утай его, Диан. А второй в воде умер? Да, я его добил. Он захлебнуться должен был. Иду того, утать в воде. А который на том берегу третий? Не знаю. Убежал. Прикрывайте, я лутаю этого. Давай, вижу. Откуда-то. Вон, сверху. Сверху справа. Ебать, тут очень много. Нужна помощь. Лутай и уходи. Ты облутал, Диан? Да. Еще лутаю. Я перезаряжаюсь. Я долутаю, что там останется. Давай, давай. А что там много-то? Все, я ухожу. Да ты ебать, тут было всего. Пустые консервные банки, да? Да-да-да. Эй, блядь, подъебаторы 228, сука. А как же штаны в мешковину забрать? Так, и что-то еще лежит. Кроссбоу. Все, взял. Плыву. Домой, домой! Так что там? Расскажи. Четыре листа. И 10 high quality. 10 high quality, 7 красных патронов, 100 сульфура. Потом 18. Ай, патронов, блять! Возле дома кто-то стреляется, планета. Пидорас он. На, блядина, сука, скушай стрелу. Тихо, тихо, ты нашему в спину не выстрелил. Да, в натуре. С кем на крышу стрелял? Вон он. А, это наверху домой заходи. Да, да, да. Ну, по мелочи, но приятно. Сбрасывайся на пол, на пол, на пол. Я разгребу. Химик, говорю, на пол. Бонни, на, изучай вот стой, это. Стой, верни мне лидеруб. Бонни, чё, давай. Чё там выпадет, скажешь. Угу. Так, надо дальше. Гитара? Дальше. Отлично, ебать. Это я ставлю. Вот, держи. Вот это держи. Решетка. Вот это держи. Да, блядь, не и сюда. И фонарь. Отлично, лут. Не, ну, так, это я топор норм. Себе оставлю. Вот это держи. Все, ведро я одену. Все. Че топор хороший на забить? Так, ну все. Ну, здесь 19, я возьму 5 патронов. Да-да-да. Все, надо идти добывать камень. Готов, пойдем. А да ебаная ночь. Оп. Норм, пошли. Снова в бой. Где? Да пизду этот камень, бежим. Где? Я нихуя не увижу потом. Да сами не отмазывайся, вон камень, нормально видно. Оп. А, его уже нет. Диана Рэмбо. С одного удара. У меня... Я говорю, там удар на 300, блядь. У меня 1100 камней. 1200. Ну, потихоньку, помаленьку возвращаемся. Так, да, сейчас. Я отхиливаюсь просто после меня. Не, изучилось. Так, давайте мне скидывайте этот камень. О, нормально. Я буду грейдить. Я в печке положила. Да. Где? Где на? В печке. Ага. Нижний ящик. Нижний ящик, печка. Я уже запутался во всем. Нижний печки, ящик. Нижний ящик. А, понял. Во.
Но я думаю, выходить будем. Гасим печки, чтобы они не палили. Где? Ага. Химик, встань на крафт. Чего именно? Ну, как ты думаешь, что из этого можно сделать? Экспу. Если ты сделаешь из этого экспу, я тебя в задницу поцелую. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Бонни Сакур и Диана там, валит у нас медведя, и настал следующий день, я имею в виду реальный, потому что мы вчера очень сильно устали, мы целый день искали сервак и не могли найти подходящий, поэтому мы мало отсняли на данном серваке. Вот, скажу вам по секрету, это уже третья попытка снять 28 сезон. Значит, сейчас мы будем с Дианой тогда, сейчас, наверное, еще тиммейты у нас подтянутся. Нас, блин, не зарейдили, это вообще круто, по крайней мере, это жесть. Здесь очень много людей играет, и у нас все хорошо, как бы. Значит, мы должны, опять-таки, лутать и еще раз лутать. Нам надо найти гранатомет или БПшки собрать, короче, чтобы... Короче, надо изучать все, что у нас есть важного. В смысле, у нас лежит каменная кирка в ресерче? Это как понять? Короче, надо изучать сейчас все, что у нас есть. И все БПшки. Надо сейчас бить на шарик, налутать эти БПшки. И я хочу болт изучить. Где? Ты не видел его? Где он лежит? Вот, нашел. Так. А патроны? Ага. А у тебя не изучено 5.56? Нет, вроде. Нет. Блин, печально. Так, ну, надеюсь, что с болтовкой-то прокатит 73%. Чё думаешь, еще подлутаем или рисковать? Да рискуй. Блин, 73%, ладно, не смотрю. Но это жесть будет. Сука, нет. Блин, а может где-то еще БПшки лежали? Ну, посмотри по ящикам. А уже поздно, блядь. О, изучил, отлично. Фу. Не изучается нихера. Так, все, я теперь красные патроны изучаю. Блин, а зеленый один... Просрал тогда, когда толпа на нас бежала. Да я уже посмотрела видео. Ничего себе. Какая-то резкая. Как пуля дерзкая. Что-то странно, наши соседи как-то не особо развились вот эти вот. Мне кажется, это вообще какая-то кабинка непонятная. Они там не живут нихера. Наши говорили, что они откуда-то там с холма идут. Да, там домик есть. А он большой, ты не видела? 2 на 2. 2 этажа. И люк там. Ну, короче, блин, нам граник надо изучить. И тогда мы вообще топчики. И надо дом перестраивать, что этот дом вообще ни о чем. Там стенку сзади взрываешь, и все, наш лут. БПшки, Диан, закидываю вот этот в ресерч. А, понял. Такая дропнула. Так, что у нас еще не изучено? Броня, понятно. А что у нас еще такого топового-то было? Что вот у нас здесь? Ракета изучена. Так, дерево заберу. Ох, жесть, стрессов. Так. Что, только броня осталась? Кирка еще хорошая. Я, короче, сейчас сделаю как? Левые печки у нас будут тупо на металл, а правые печки тупо на этот, на сульфур. А то у нас помещение получается какое-то непонятное. Надо его использовать. Еще две печки я там делаю. Верхний ящик складываю руду, а в нижний дерево на эту руду, чтобы 20 раз не бегать. Mm-hmm. Не искать. Короче, с киркой у нас все плохо. Вот, я с БПшками изучаю. Не хочет изучаться вообще никак. Даже с БПшками не изучается. Это что за бред, блядь? Пока что только топор у нас в плюсе. Это жесть. Хотя каменная кирка тоже неплохо. Каменная кирка, она быстренькая. Ледоруб еще возьми, изучи, ты может получится. А, кстати говоря, можно это же стены-то как нам рейдить? Этими каменными кирками не порейдишь. Да и ледорубом не особо. Угу, он ломается быстро очень. Нет, у нее все уже 8% осталось, если она сейчас не изучится, то и хер на нее. Я калаш на 2% изучал, так что я верю в тебя. Mm-hmm. Ты затащишь. Чё-то она ни хера не тащится.
Не охереть, 7%, 7% изучил. Я же говорю, ты затащишь. Я уж хотел Дианке говорить, давай бить по этому ресерчу. Так, ну все, кирка, топор есть. Так, ну у меня порох сейчас крафтится. Короче, сейчас накрафчу инструментов нам. Может, арбалет еще изучишь? А он вроде изучен у меня, сейчас посмотрю. Херов как дров, блядь. Не изучен. Надо попробовать, да. Ты готова, Диана? Да. Сейчас, 5, 4, 3, 2, 1. Бей, 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 бей. Нет, блядь. Ладно, давай еще раз попробую. А как-то так получилось, что сейчас ударил один раз и изучилось? Или это опять совпадение. Везение процентов? Вот я тоже так думаю, что это нихера не работает. Давай тогда сама следи, ты сама это смогла сделать. Давай, я верю в тебя. На нах. Не, это совпадение. Говорю, совпадение. А вот это я топовый художник. А Болт, кстати, рядом живет. Это я перестреливался с ним. Кто? Болтовик. А-а-а. Через вот реку переплываем. Видел там дом такой? С башней? Поп. Нет. Ну, нет, с буферкой. А-а-а. Два этажа. Угу. Да, МВК я проверил. 96, сделаю сейчас болтовки. Вот, с них патрончики достаем. И все у нас в порядке будет. Блин, нихера себе. Вот это я вижу, что у нас фармер появился. В натуре целый ящик дерева. Я там в печке еще по косарю засунула. Угу. О, горю. Так, все, я наделал патронов. 5,56 рецептов. Скидываю там, где у нас инструменты. Изучайте. Сука, активировался, значит. Ну все, тебе труба, ублюдок. Дайте мне пройти. Дайте мне пройти. Две жопы стоят. Тер и став, блядь. Тер, тоже подожди, бери болтовку. Подожди. Болтовку бери снизу. А, все. Патроны взял, сейчас этого быстрее, блядь. Надо. Дай пройти. Его. Да он в дом опять залез. Да он сейчас вылезет опять. Надо в башку ему вклепать. Второго этажа нету? Нету, нету, и не будет. Печально. Очень. Да тут сверху не взорвут. Хедшот минус. Отдыхай. Да. Пиздец. Больше паники было. Так что, может, зарейдим этого ублюдка? Бобсами? Можно. Вынесем его к херам, чтобы он не сидел у нас напротив. И все. Да, затратно. Но. Зато по крайней весело. Мере, ну кого там весело, блядь, там смертей вот будет. Жесть сколько от этих бобсов. Так, створки выкинуть. Что мы тут зашла всякие? Что тогда делать? Выше пошла, сейчас домой забегу, захититься надо. Ну, понятно. Если бы. Блин. Я бы тут верещал на это, на весь успик. Ой, лошади спариваются. Я, короче, на долгий крафт встал. У меня 22 бобса и 66 пороха на крафте. Бить подъем наверх. Один минус. Лежит с хедшотом от соседа. От соседа с хедшотом валяется. Еще один там где-то. Ты скинул все став? Да. У меня там 8 порох на крафте. Так, ну что, пойдем. Где-то здесь должен, по идее, по логике быть. Он за скалой, где труп лежит. Да нету что-то его. Попал. Хедшот. Минус. А он что, уходил, да? Нет, он наверху был. Лутай этого. Лутай. А этот ушел по берегу вправо, за скалами. Второй, там этот который... арбалет, да лутай, пожалуйста, Диан. Вообще нахуй он там полу уже разъебанный. Химик пришел такой затащить каменной киркой, да? Тащится, заебись, причем. Свобода. Оу, е. О, и лестница пригодилась, да? Только здесь люк надо ставить. Так, билдинг план у меня есть. Так, делаю эту дырку. А че они, олени, так и не расстроились еще? Ммм. За всю ночь вот они ничего не сделали. Но у них дом, видишь, другой.
А то у них какая-то халупа. Приманка, сказать, думаешь? Залупа. Да. Но мы ее резать будем бобсами. Ну, чтобы вынести его отсюда. Ну это надо, блять, я думаю, двойной подсад делать и через крышу именно его будку разбивать. Как думаешь? А, знаешь, что надо сделать? Нет, мы луками разобьем ему дерево. Ну. Да. Либо так. Да-да-да. И бобсами взорвем люк. Вообще, мы можем бобши, блять, туда же прям закидывать. И сразу и разобьется и эта залупень деревянная. Нет, не факт, они могут скатываться туда, где у него дверь железная. Мы ж не будем видеть, как будут падать бобсы. Че, рассвет понял? Будем ждать? Что будем? Рассвет? Мы на крафте стоим. А, тапка видео досмотрю.